Давайте вспомним хронологию событий. В начале лета сотрудники диагностического центра получили заработные платы в размере МРОТ, хотя, по их словам, в мае они работали в разы больше. А объяснение этому и понимания они не получили и 11 июня вышли сюда, чтобы обозначить мирный протест. 15 июня их знакомят с краевой комиссией, комиссией Министерства здравоохранения, которая должна разобраться с таким начислением зарплат. И, казалось бы, при таком пристальном внимании сейчас увольнять никого не стоило бы. Но уже сегодня становится известно о первом человеке, кто таким образом может поплатиться за собственное мнение. Козлом отпущения делают Андрея Рожанского. В диагностическом он работает почти 30 лет, половину из которых возглавляет отделение УЗИ. Его сотрудники тоже вышли на протест 11 июня. О судьбе доктора толку рассказал бывший главный врач диагностического центра Владимир Захаров. Сегодня он созванивался с Рожанским. Со слов Захарова, главный врач Оксана Алексенкова предложила Рожанскому уйти в отпуск и подумать над предложением уволиться. Далее цитата. «Я спросил его, как настрой», на что Андрей Николаевич ответил, что без вариантов. «Мы отдельно подчеркиваем, это не является забастовкой. Мы не ставим никаких ультиматумов. Мы не угрожаем массовыми увольнениями или невыходом на работу. После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим добросовестно выполнять свои рабочие обязательства». И вышли. Виктор Бова еще и ходит на встречи с руководством, говорит, журят за активность. А в остальном жизнь в диагностическом никак не изменилась, но отступать врачи пока не намерены. Эта ситуация показала несовершенство системы. Главный вопрос сейчас к трудовому договору, который изменили с приходом главврача Алексенковой. В нашем распоряжении дополнительный договор. Там черным по белому. Зарплата – это оклад 8,5 тысяч, плюс компенсационные и стимулирующие выплаты. Но нам, как и самим сотрудникам, непонятно, как начислять, к примеру, компенсационные за май. Кто определял, в каких условиях приходится работать, вредны они или нет. Также, судя по договору, сверхурочные добавлялись, если работали по приказу работодателя. Стимулирующие за большие объемы работы, как видим, составили 0 рублей 0 копеек. Получается, что всю работу сотрудников руководство оценило на МРОТ, минимум, который есть. Вот мы сейчас в мае заработали, мы что-то, хоть чуть-чуть, у нас будут деньги, которые нам реестры оплатят. Бывший главврач Владимир Захаров считает, что всему виной переход на систему взаиморасчетов между медучреждениями. Поэтому в центре и не оказалось денег. Все медицинские организации между собой не то что работали в команде, а начали работать каждый сам по себе. Поэтому система взаиморасчетов, если реестр диагностического центра в месяц составлял 50 миллионов до системы взаиморасчетов, то после введения системы 25 можно было накопить какой-то жирок. К концу недели комиссия Минздрава должна вынести свое решение насчет ситуации в диагностическом. А завтра на встречу с коллективом планировал приехать министр Дмитрий Попов. Надеемся, что обсудят и вопросы зарплаты, рисков и освобождения должностей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.